Всем привет! На днях с Денисом мы отправились на речку, ранним утром, еще до рассвета. Решили сделать небольшой сплав на лодке с целью посмотреть какие-то места интересные на речке, ямы, течения, берега какие-то интересные. Сплавляться нам предстояло порядка 20 километров. По ходу сплава мы облавливали интересные какие-то места, какие-то водовороты, какие-то перекаты на речке. В общем, искали какие-то места, где стоит жерех, и пытались его поймать. Ну а что у нас получилось на этой рыбалке, вы увидите в этом видео. Всем приятного просмотра. Ну, один маленький, смотрю, утенок. Ты тоже полетел, да? Да. Наверное, другого сорта. Да, вроде бы такого же. О, перекатик. Ну, давай, жерех. Ой, там водоросли. По течению идем, поэтому приходится быстро мотать, и то не получается нормально проводку сделать. О, камышину поймал я. А нет, не поймал. Видел? Плесканулся там. Нафиг же решил. Вот такая красота. Вокруг. Рассвет. Жереха ноль. Пока что. Такой же, да, в этом же месте. Закат. Ага. Жерех так и не появился. Остаемся зимовать. Он увидел, там плещется возле берега. Камеру выключил и сразу поклевка. Вот только камеру выключил. Кинул и сразу же поклев. Ага. 1-0. Белые ведут 1-0. Забились, короче, на $100. Кто больше наловит жерех. Блин, мелкий. Серебристый или белый, да? Как не утопи. Кого? $100 как раз. Ага, конечно. Этот совсем мелкий. Не, ну хоть размочили, но уже что-то. Я же говорю, он там плесканулся. Я ему говорю, поплыли на этот берег. Здесь солнце, здесь жерех будет клевать. Нет, не поплывем. А, да, вот здесь должен. Он вел, тоже малек плещется. Смотри, смотри, везде плещется малек. Не говори, зачем он будет на ратлин клевать, когда вон его сколько здесь. Вон, смотри, прям видно, стоят. Смотри, видно, прям стоят он, хребты. Ё-моё, плещется, смотри. Это сазан плещется. Не жерех. О, нифига себе, что творится. Ё-моё. Офигеть, здесь рыбы.
Смотри, что творит. Во время этого сплава мы проходили несколько глубоких ям на речке, и в этих ямах массово стоял сазан, который одно время плескался просто нереально. Такого скопления сазана я не видел еще ни разу в жизни. Да, места, конечно, здесь очень интересные. Прям обалденские. Это да. Вон там перекат огромный. Там разве это в скале, там камень. Смотри, чьи-то штаны остались. Смотри, кто-то улетел, видать, штаны зацепились. А может и труп уже, смотри, одни штаны остались. Все остальное птички съели. Где? А, змей голов, вот оно. Подожди, подожди. Под нос. Тихо, смотри, разворачивается, разворачивается. Ушел, да? А куда он ушел? А, змей голов. Нет. А я и не думал, что здесь карася, здесь, конечно, тьма. Что думаешь, попробовать? Да не знаю, что попробую. Есть. Ага. Да что такое опять головастик? Чё, не зачёт? Да нет, конечно, куда его, ну, такой мелкий. Помоги, а? Самого его жереха чуть-чуть сюда двинь. Куда? Против крючка. Ну, на меня. О. Какие-то опасные вещи. Ну, а что поделаешь? Да что давай, такое, блин? Ну этот хоть нормальный еще, более-менее, да вообще мелочь, блин. Ты, блин, за плетню не держи, он оторвет сейчас ее. Ой, как ты опасно берешь, выше крючка. Ё-моё, я на это смотреть не могу. Да, интересный пейзаж. О, смотри, еще один за ним плавает. Плыви за ним. О, смотри, какой красноперый. Да, отпускай. Пусть плывет. Это не наш размер сегодня. Фига себе, в такое путешествие отправились. Да здесь мы никак не тормознемся, наверное. Здесь только на берег, если выходить. Ё-моё. Thank you.
Ну там дальше миляк идет. А? Ага, он. Плещется. Кто-то в комментариях у меня спрашивал про старую затопленную баржу. Вот она на месте. Никуда не делась. До сих пор здесь она вот так валяется. Так стоя, прям все дно видать. Метра 3 видно дно. О, вот он, жерех огромный идет. Дэн. Вот он. Блин. Да-да-да, прям под твоим ратлином. Здоровый прям кабан. Нашли такое же место, где сазаны плещутся вон толпой. О, нифига себе. Их прям, смотрите, здесь немерено. О, вот здесь прям стая стоит. Вон они, везде в округе. О, плюхаются. О, вот здесь вот место, прям скопление, вот здесь вон они, прям взлетают. Вот так вот. Ой-ой-ой, что творится, а, ё-моё. Слушай, а чё я удочку не взял, смотри, сколько сазана. Потому что у меня белый ратлин. Вот почему я ловлю их одного за одним, а ты не можешь. Не, я не знаю, что серебро не хуже работает. Дай эти. Серебро, шмеребро. Просто сегодня что-то, видать. Не мой день. Ага. Не твой день.
стаи рыб здесь ходят. Похоже, что амуры. Сейчас дальше от берега проплывали. И здесь они толпой тронулись. Пока не видно. Вниз ушли. Ну, вроде бы как бы. Должен быть, конечно. А, это что такое? Это руины. О, смотри, какая яма. Вот здесь амур 100% ходит. Приплыл я, в общем, вот в эти места, где сазан стаями стоял, амур плавал. Хочу посмотреть, есть они сейчас здесь или нет. Вода сильно ушла. Может, я же собирался сюда приехать амура ловить. Похоже, все, здесь рыбы нет уже так, как она здесь стояла. Сейчас рыба там вся, в верхах, где я вам сейчас показывал, что там плещутся только так. Здесь сейчас тишина. Ну, я сейчас гляну, пройдусь, в общем. Теперь смотрите. Брат, скажи свое место, где ты рыбачил. Брат, я не мусорю на берегу. Пожалуйста, только скажи место, где ты был. Смотрите. Это просто охренеть. На берегу что творится, вообще жуть. В общем, ну вы поняли. Вот такая вот тема, блин. Порыбачил я здесь, называется. Ну все, здесь все обмельчало сильно. Теперь рыбы здесь не видно. Рыба теперь ушла вся на ямы, на ямах стоит. О, есть. Офигенные, да, люди, существа. Пришли за собой, насрали и свалили домой. Счастливые, отдохнувшие. Хотя здесь места такие, что сюда на машине не приедешь. Никак. Дэн наконец-то же жереха поймал сегодня. Подержу на новую эту. Короче, приехали сегодня еще параллельно. Он испытывает свои новые приманки. Такого плана сделал с хвостиком. О. Поймал? Что еще надо? Что ты его выгуливаешь, что ли? Ну, этот более-менее такой хоть длинный. Они все тут, помнишь? Штандарт. Решили останавливаться на перекатиках, пробовать ловить. Жерешок клюет, но весь мелкий почему-то. Прям такого прям конкретного ни одного не поймали еще. Все мелкие. Есть. Давай вообще мелкий. Селедочка. Я тоже мелкий.
Ну такой же. Такой же, да. Все стандартные. Ой. Одних и тех же ловим и отпускаем. Жерех клевал довольно-таки слабо, и если и ловился, то особи очень мелкого размера. Не знаю, что этому причина, и возможно я бы вовсе как рыбалку это видео не стал бы выкладывать, но хотел показать людям, какие у нас есть красивые места на нашей речке под названием Или. Жаль только, что некоторые люди совершенно не ценят этой красоты и загаживают берега различными отходами, ну, впрочем, вы сами все видели. После этой рыбалки я собирался отправиться поискать змееголова половить, но сейчас у нас в регионе погода не очень рыбацкая, дует сильный ветер, резкие перемены постоянно погоды происходят, ну если и выпадает нормальная погода, то на выходные. А в выходные дни я на рыбалку, как правило, не езжу. Думаю, даже не стоит объяснять, почему я не езжу в выходные на рыбалку. Но все же, подождав немного и выбрав более-менее безветренный день, я отправился на водохранилище в поисках змееголова. Побывал в нескольких местах, скажу заранее, змееголова я так и не вытащил ни одного на берег, но все же поклевки случались, и сейчас я вам хочу краткий обзор показать и этой рыбалки. Да, вот то, что ветер от берега, это вообще, конечно, нехорошо. Если он усилится, то, блин, до берега будет очень тяжко догрести. Тем более вот по этой траве. Что, смотрю, может быть, увижу где-то какую-то активность. Пока тишина. Быть, кстати, и виной этому ветер и есть. Увидел сейчас наконец-то единственного змееголова. Решил высадиться. Чуть-чуть похожу пешком, вот здесь побросаю в эту заводежку. Потому что на лодке особо смысла нет, несет постоянно. Причем несет в сторону моря, а не обратно. Вот это все должно быть под водой. Вот так вот обмельчало. Вот здесь я где-то видел этого змея. Вот решил попробовать здесь побросать. Может быть, возьмет. Не знаю, если, в общем, ветер не прекратится, то я все равно отсюда уеду. Единственное, не знаю, в другое место ехать или нет. Что там, думаю, с ветром-то та же самая ситуация будет. Посмотрим. Стих ветер, как ни странно. Выпросил я, похоже. Сейчас, пока ветра нет, хочу по окраинам пройтись, вот там, по дальнику. Чтоб меня в море не унесло, пока ветра нет. Может быть, там больше активности змееголова. По дороге буду я пробивать вот такие окошки. Потому что чаще всего вот в таких окошках стоит змей. А вот и лягушка. А ну-ка сравним, насколько моя похожа на настоящую. Как она здесь только выживает среди змееголова. Змей есть. А я говорю, здесь такие пространства,
что прямо его найти, чтоб закинуть ему там под нос. Такого просто здесь не получается. Змей не стоит в окошках вообще. Стоит вот так прям в густой траве. Проплываю, когда начинает оттуда он трогаться. В принципе, уже достаточно много змея видел. Он весь стоит тут в густой траве. Там его, конечно же, ловить нереально. Обычно наоборот, вот он окошком стоит, а сейчас наоборот, в окошках ноль просто его. В общем, приплыл в такое местечко, здесь змей прям везде вокруг плещется. Только я вообще понять не могу, слышали? В таких окошках вот маленьких он стоит. Вот сейчас отсюда двое сорвались. Но лягушку брать не хочет вообще. Он в том окошке, змей. Он просто рядом проплывает с лягушкой. Но ее не хватает. Змей крупный. Прям, я бы даже сказал, огромный. Килограмма 3 точно есть. Вова пошел. Ну. Вот он подплыл к ней, мимо, промазал. Но этот поменьше какой-то, промахнулся. Блин, уже начинает нападать, уже хорошо, уже поинтереснее становится. Здесь его на самом деле много, он там сейчас тоже плесканулся хороший. Ну давай еще раз. Уже не один. Вообще понять не могу, почему так себя змей ведет. Какой-то неактивный весь. Просто стоит вот в водорослях. Иногда прям видно. Есть, взял. Взял. Есть. О, хороший. Видели, сколько их там? Вот этот хороший взял. Фу, блин, все, откусил он мне лягушку. Блин, здоровый был. Ё-моё. Вот видите, в каких они стоят окошках. И вот здесь получается как-то водоросли замятые. Я не знаю, может быть, это они сами так себе делают. Такие типа домики. Видите, примято вот так вот. Даже не знаю, сами не сами. Опять начался ветер. На этот раз ветер со стороны уже водохранилища. И этот так быстро уже не кончится. Ну вот, в принципе, у меня был часик где-то порыбачить. Не больше. Теперь все, я в принципе могу встать на якорь, но это ничего не даст. Волна по воде идет. Змееголов просто не видит лягушку. Ну и плюс, когда ветер дует, у него сразу прекращается всякая активность. Уже не слышно, не видно его. Не знаю, сейчас поплыву, наверное, на берег, подожду чуть-чуть. Может быть, ветер прекратится. Либо все-таки соберусь и поеду в другое место. Может быть, пока доеду, ветер прекратится. Здесь нереально ловить, вы видели, я плавал. Считай, все здесь обплавал. И вот единственная поклевка была за все время. Это я и то нашел его, увидел, где он есть.
приплыл специально, встал, еще несколько раз забрасывал, пока он наконец-то не взялся. И то их там было несколько. Вот так плыву, одни срываются. Есть змейголов здесь, в принципе. Вот так плывешь частенько, они сваливают. Иногда прям горб видно, торчит из травы. Но поклевок все. Можно, я думаю, и не ждать уже сегодня. Сейчас, в общем, уплыву на берег. Там посижу, подумаю, как быть. Возможно, говорю, сейчас поедем в другое место. Опробуем. Видите, когда камера включена, их не видно. Стоит мне сейчас ее только выключить. Они здесь повсеместно будут прыгать. О, видели? Фу, блин, аж испугался. Блин. Ну, такое вот есть, но не так часто, допустим, как даже вот в прошлом году. Не в прошлом, позапрошлом году я здесь плавал. Там, блин, через каждый метр они вот так срывались. А сейчас еще надо поплавать, поискать, чтобы вот так вот его найти. Преследует, в общем, змееголов лягушку. Так чуть-чуть прикусывает ее. Не хочет брать ее, а? Вон они там. Есть змееголов. Он сейчас, смотрите, если опять будет, просто играется с ней. Вон он плывет за ней. Ну давай. Вон он рядом. Ну, вы видели, что делает? Просто бьет по ней. В общем, смена локации не принесла никакого успеха. Змееголов есть. Но змееголов очень неактивный, совершенно никак не реагировал на лягушку. Затем уже ближе к вечеру начался очень сильный ветер. Хотелось поснимать птицу на водохранилище. Там ее было много, различных видов. Но даже этого мне не позволял нормально сделать ветер. Лишь кое-какие кадры все-таки удалось поснимать. Впрочем, я не спешил домой. Даже после того, как начался очень сильный ветер, я ходил по берегу. Забрасывал лягушку раз за разом. Змееголов нет-нет интересовался, но все равно заглатывать ее никак не хотел. Пробыв до вечера, я все-таки так и не вытащил ни одного змееголова на берег и отправился домой. Все-таки с погодой не поспоришь. Но я все равно дождусь, когда наладится погода, и отправлюсь в эти же места половить змееголова и увидите, какая будет разница. Ну а на этом пока все. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.